Всем привет! Сегодня мы приготовим шарлотку с яблоками. Для этого нам понадобится яйца, сахар, мука, сода, уксус, яблоки и корица. Сначала вобьем 3 яйца в посудину. Хорошенько их взболтаем. Далее добавляем стакан сахара. Потом стакан муки. Все хорошенько взбиваем, можно миксером, можно просто ложкой, на вкус это не сильно повлияет. Засыпаем чайную ложку корицы. Так выпечка получится с интересным цветом, а корица придаст шарлотке особый пряный вкус. Добавим чайную ложку соды, покрашенную столовым уксусом. Яблоки порежем пополам и удалим сердцевину. Режем на среднего размера кусочки. Достаем противень. Делим на него бумагу для запекания. Наливаем первый слой теста. Кладем на него яблоки. Заливаем вторым слоем теста. Ставим в духовку на 40 минут 200 градусов. Через отведенный срок проверяем нашу шарлотку. Если на спичке, зубочистке или любой другой деревянной палочке, когда вы проткнули пирог, не остается теста, то можно смело снимать с духовки. Шарлотка с яблоками готова. Всем приятного аппетита!